Доброго времени суток! С вами интернет-магазин Electronov.ua и у нас на обзоре бинокуляры MG81001F. Перед просмотром видео рекомендуем подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших обзоров. Бинокуляры MG81001F со сменными линзами, позволяющими оперативно менять степень увеличения, отличный оптический инструмент для длительной работы с мелкими объектами. Мягкая налобная подкладка исключает трение кожи головы о пластмассу. Поворачивающийся фонарик на магните легко снимается и крепится. В подсветке использован мощный светодиод, который светит намного ярче, чем подсветка более дешевых моделей. Характеристики. Тип крепления. Пластиковый зажим с фиксацией. Цвет черный. Светодиодная подсветка. Количество светодиодов в подсветке 1. Количество сменных линз в наборе 4. Материал линз – оптический пластик. Коэффициент увеличения линз – 1,2, 1,8, 2,5, 3,5. Питание – 2 батарейки 3А. Вес бессменных линз и элементов питания – 120 грамм. Особенности и преимущества. Устройство фиксируется на голове с помощью регулируемого по длине пластикового зажима с фиксатором сзади. После проведения первоначальных настроек и закрепления, точная подстройка осуществляется специальными винтами с двух сторон. MG81001F выгодно отличаются среди других моделей малым весом, немногим более 100 грамм, а значит в них можно работать долгое время не уставая, например выискивая неисправность при тестировании электрических схем, занятии хобби, моделировании. В нижней части корпуса подсветки есть отсек для двух батареек типа 3А. Включается и выключается подсветка нажатием кнопки. Оптика. Линза закрепляется на держателе, который способен вращаться вокруг оси, изменяя положение увеличительных стекол в пределах 135 градусов. Увеличительные стекла размещены в пластиковом контейнере с прозрачной крышкой. Удобно, что на каждой из них есть гравировка степени увеличения 1,2, 1,8, 2,5, 3,5. Комплектация. Бинокуляры, 4 сменные линзы в контейнере, контейнер для линз, картонная упаковка. Купить данный товар можно на нашем сайте по ссылке в описании. Надеемся, что видеообзор был полезен для вас. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. До новых встреч!